Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Дмитрий Трошков. Представляю компанию дистрибьютора греческих продуктов питания в Москве. Компания называется «Офелия Продукт». Мы завозим греческие продукты питания. Это, ну, классика. Это оливковое масло, оливки различные, кондитерские изделия завозим. Также... Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вашей компании есть какая-то интересная задумка, бизнес-модель, которая поможет, наверное, и вашей компании, и Греции, в частности, чтобы продукты греческие оказались на полках всех российских покупателей. Ну, помимо заинтересованности, естественно, нашей компании свою продукцию продавать здесь, мы бы очень хотели, чтобы на полках российских супермаркетов и сети присутствовали греческие товары в большем количестве. И для этого совместно с посольством Греции, с торгово-экономическим отделом посольства Греции в Москве планируем в этом году организовывать приезды в Грецию групп российских предпринимателей, представителей супермаркетов российских для проведения деловых встреч с греческими производителями различных продуктов питания. Это может быть и на острове Крит, это может быть и на материковой Греции. Также мы это планируем, так как и с посольством, также и с торговой, российско-греческой торговой палатой. Тоже имеем тесные связи, и мы, в общем-то, сильно заинтересованы, потому что обидно, смотрим, что мало Греции, совершенно мало Греции на прилавках, особенно мало вина. И мы надеемся, что все больше и больше Греции окажется у нас в Москве, Московской области и по всей территории Российской Федерации. И надеюсь, что наша выставка поможет вам в осуществлении ваших планов. Безусловно, подобные мероприятия, они сближают, укрепляют контакты. Выставки, данное мероприятие, это очень ценно. То, что мы хотим и в Греции проводить. Вот, и дай Бог, чтобы это все получилось. Мы тоже на это очень надеемся. Спасибо большое за интересное общение и надеюсь до встречи еще в следующем году. Спасибо огромное вам. Надеюсь, буду здесь в следующем году. И не один из греков. Спасибо.